Так, ну. Тут уже вот в образ девочки одевается. Скоро будут просить за фотографию денег. Вот эта башня, которая сейчас реставрируется. Вот с левой стороны я прошла указатели. Ну, вот ханское кладбище нам не показали. Большая мечеть вот там еще рядышком есть. Сейчас посмотрим. На ремонте все. Это мечеть одна из главных. Хранение. Ну, на сегодняшний день второй этаж ремонтируют уже больше 30 лет. Экскурсовод сказала, что вот весь второй этаж будет работать где-то в декабре 22 года сдадут. Вот здесь с правой стороны, где ведутся работы реставрационные, реставрация идет. Вот смотрите, есть картины изначально, в каком виде были. Мечеть, конюшня, гарем. Ну вот, про эту усыпальню я уже показывала, рассказывала. Они закрыты на сегодняшний день. Ведутся работы строительные. Ну вот можно прочитать, что это. Паспорт объекта написано. Это усыпальня. И вот можно тут посмотреть. Сейчас ближе пройду. Вот видите. Вот мы уже погуляли, экскурсия наша закончилась, мы вышли, и вот интересный факт один нам сейчас рассказал экскурсовод. Вот видите, такой необычный столбик, это миля. Когда Екатерина Великая путешествовала по Крыму, она объезжала города, и вот там, где она была, помечались города. Раньше же в милях отмечали. Вот, не знаю, видно, нет, солнце как светит. И вот это одна такая интересная памятная. Тут машины, ох, как бы не зацепить. Вот такая миля. Вот написано 1787 год. Сейчас я попробую приблизить. Вот обошла. Сейчас посмотрим, приблизим. Да, написано «Женой памяти императрицы Екатерина II, 1787 году, миля».
для себя решайте, потому что я сейчас в автобусе тоже буду решать. Добрый вечер. Привет всем из Бахчисарая. Привет, мои уважаемые зрители и все, кто заглянул на мой канал. Мое путешествие по Крыму продолжается. Я остановилась в Бахчисарае, в старом городе. Называется комплекс Алие. Вот такой он большой-большой. Вот видите, сколько здесь туристов. Я покажу вам обзор, номера. Вот один вход. А с этой стороны другое. Но это въезд, можно подняться туда. Там еще одна парковочка. Вот такой комплекс Алие. Несколько домиков, двух-трехэтажные. Два ресторанчика, летняя терраска. В общем, сейчас походим, погуляем, и я вам все покажу. Мое путешествие по Крыму продолжается. Я переехала из Феодосии. Это старый город Бахчисарая. Тут совсем рядышком, вот, минут 7-8, наверное, вот в эту сторону по улочке идти, будет Ханский дворец. И туда дальше еще проехать минут 15 на машине. И можно будет доехать до другой достопримечательности, мужского монастыря. Небольшая мечеть. Витринные окна какие. Мне такие нравятся. Там стрелочка. Хан-сарай, 400 метров. Дворец. Ух ты, зацепилась. Хочу зайти в магазинчик какой-нибудь. Йогурт, что ли, или кефирчик купить себе на ночь. Так безлюдно стало. Места, где достопримечательности, народу, машин, туристических автобусов. А здесь тишина. Вот еще интересно, какие-то ворота, что это? Сейчас пройду. Вечером интересно, подсветка, наверное, будет. И будет звон стоять на весь город. Так, ну-ка сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Вот ЗАГС какой. А это рядом с нашим отелем памятник Пушкина. Немножко погуляла по городу. Заселились. Ну, думаю, еще пару кварталов пройду. Я сейчас в Бахчисарае, в старом городе. И вот это здание меня заинтересовало. Думаю, сейчас подойду к Пушкину и пройду, посмотрю, что это за здание. Улочки какие узкие. А вот наш комплекс Алие. Закрыт.
О, это ЗАГС. Вы представляете? Бахчисарайский районный ЗАГС. Узенькие улочки. А я вот в этом корпусе нахожусь. Устроилась вот на втором этаже. Мне очень понравился комплекс. А ну-ка, что тут у нас? О. Львы это. А наверху что? Плохо видно. Так, а это куда ведет улочка? А я там выйду? Нет, наверное, не выйду, не пройду. Повернула в такую улочку узенькую, в гору ведет, и увидела вот скала опять, видите? Ну, необычные такие тут завороты, повороты, лабиринты. Наверное, нет, опасно туда ходить. Я туда не пойду. Вот видите? И раз, и все. И вроде бы улица была, и улицы нет. И там разруха, развалина. Здесь, кстати, тоже. Нет, надо разворачиваться. Ashhadu anna Muhammadan.